Перед началом матча «Звезда» занимала 20-ю строчку в турнирной таблице, «Химик» – 3-ю. На 16-й минуте первого периода «Желто-синие» выскакивают 2 в 1. Кирилл Кожевников решил сам завершить эпизод. Под занавес первого периода «Химик» получает большинство и практически сразу реализует преимущество. Дмитрий Сидлеров оформляет 13-ю заброшенную шайбу в сезоне. Во втором периоде у хоккеистов «Звезды» немногое получалось в атаке, а вот Максим Коровяков увеличил отрыв еще больше. «0-3» – достаточно комфортный счет. В середине заключительной 20 минутки воскресенцы снова реализовали большинство. Отличился Никита Чибриков. Уверенная победа «Химика» на выезде. Андрей Скавронский оформляет сухую игру. 21 октября «Химик» сыграет с АКМ из Тулы.